Долгосрочная победа. Хотите, анекдот расскажу? Это летит огромнейший Боинг такой, знаете, там, не помню какой, 787, наверное, такой огромный, то есть самый, самый большой там. К нему подлетает истребитель и начинает так по рации, смотри, что я могу, и такой под ним раз, 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 такой там, по пару фигур высшего пилотажа, то есть за минуту там натворил все, что угодно. Говорит, ну, видел? Боинг, пилот говорит, да, видел, смотри, что я могу. Боинг летит абсолютно как такой корабль огромнейший, то есть не шевелится, все остальное проходит минут 5-10. Пилот Боинг говорит, ну видел, тот говорит, что? Говорит, ну что, я поставил автопилот, говорит, сходил, выпил кофе, поговорил с пассажирами, говорит, всех поздравил, там, кто летит бизнес-классом, поблагодарил за этих самых. Я люблю тут одну стюардессу, говорит, мы с ней договорились вечером пойти в ресторан, и все остальное видел. То есть суть того, что классно быть молодым, шустрым и так далее, но иногда возможно пользоваться многими благами цивилизации, даже будучи абсолютно спокойным, уравновешенным и не делая вот различных кульбитов. Это я так уже по-своему переиначиваю. Вот, это по поводу анекдота. По поводу досрочной, бой недосрочной, первое это не знает никто, вот, ни я, ни Фернандо, вот, стремиться в любом случае, я уверен, что мы будем к досрочному, потому что у него стиль боя такой прикольный, то есть он не бегает, не прячется там сильно, то есть он достаточно такой парень, который кидается. Вот, ну, все, будет извечная борьба, как говорится, да, там, носорога с бегемотом, кто захочет один свалить, второй захочет как бы по это самое, поработать стойки. Ударник, боксер, поработаем. Тут можно все что угодно говорить, и опыт против молодости, там, и то против этого, и то против этого и так далее. И там Бразилия против России. Вот. Поэтому на самом деле это просто будет спорт. Я считаю, что это будет классный, хороший спорт. Я в принципе сейчас неплохо готов. Надеюсь, что буду еще заряжен морально-психологически. То, что для меня сейчас самое важное, это настроиться и все. Форма сейчас достаточно хорошая.